Итак, снова здравствуйте. Сегодня вашему вниманию необычное видео, где мы будем тренироваться, выживать в экстремальной ситуации по учебнику летчиков, где они выживают в зоне боевых действий, в районе, так сказать, ну, находясь в тылу противника. Так для этого мы возьмем необходимое снаряжение. Ненужное мы откинем. Маршрут выбрал сложный. Это примерно три района. То есть лес, смешанный лес с болотом. И реки, мелкие речушки такие. То есть поработаем и с плотом. И задача наша искать в лесу всякие припасы. Уходить от преследования. Проводить разведку. И, соответственно, потом выйти на точку эвакуации. Подать сигнал. И, соответственно, эвакуироваться. Все будем делать по науке, по учебнику. И вначале, то есть, выберем то, что нам необходимо. Мы не будем брать с собой спасательный жилет. И из него тоже ничего доставать не будем. Еда будет минимальная. Возьмем основную банку, сигнальные ракеты. Я не буду брать даже с собой фальшверы, маяки, опреснители. Аптечка так будет валяться. От парашюта я возьму только вот такой вот запаску. Не запаску, это вытяжной парашют, потому что тут есть немножко стропы. И можно будет укрыться, либо использовать как средство для переноски каких-то там вещей. То есть я отрежу вот эту вот основную тяжелую вот часть. И закину тоже в рюкзак, потому что тащить тяжело. Весь парашют, и он и не нужен. Да, ну вот. Со мной будет простенький навигатор, карта местности. Я не буду брать никакое там с собой оружие. Все будет налегке. И, соответственно, моя задача, то есть, найти что-то съедобное, воду, показать простые элементы маскировки, ухода от преследования, разные районы, как проходить. Ну и так поговорим немножко еще там по выживанию, как мы любим. Такой немножко боев не будет, крови тоже. Поэтому больше на практический навык, я бы так сказал. Ну что ж, погнали. Вот вижу воду, здесь попробуем набрать. Возможно, есть источник. Кстати говоря, копайте там, где идет водослив в конце. Копайте. У нас песок. Вон там копали в центре парка, искали. Озеро хотели сделать трактором. Копали, КамАЗами вывозили. Больше, наверное, 30 метров прокопали. Вот, ничего нету. Так что не везде можно. Здесь, походу, купалка для моржей. Честно, в эту воду не нырял бы. Черное дно не видно. Видимость 10 сантиметров. Да. Так, здесь наберем воды. Где-то вот тут, наверное. Тут почище. Почему-то там, где купаются, мутно. Вот здесь, походу, как источник. Попробуем простенько отфильтровать и кинуть таблетку. Надеюсь, это даст нам возможность попить. Так, впереди дорога. Рядом как раз немножко набрал рябины. Рябина помогает сок при отравлениях, при поносе. Вот, прям не знал. Можно пару ягод, листьев. Вот, варишь, пьешь, вот как чай. Вот, и очень хорошо помогает. Итак, будем переходить дорогу. Здесь бугор. И половина дороги, то есть не видно тех, кто наверху стоят. Вот, посмотрели аккуратно налево-направо, то есть чтобы далеко не простреливалось. Лучше вот в поворотах перебегать, так точнее будет. И смотрим туда, куда перебегаем.
Вроде все нормально, пошли. Прям слега готовая. Не надо, не будем брать отягощение. Болото мы уже прошли. Следы очень глубокие на пароходе. Все правильно, ребят. Это динозавр. Стопудово. Вот, видали? Это лошадь. Лошадь, конный патруль, свежий след утренний. С собакой. Видите? На перегонки шли. И идут прямо по вот этой просеке. Задерживаться мы здесь не будем. Уходим дальше. Вот он червивый, но когда крайняк жрать нечего, можно есть даже червивый. Поскольку его уже, считай, ну, едят, значит, съедобный. И у меня буквально пару часов назад треснул Leverman Multitool. Я пытался согнуть одну такую сложную проволоку, а лопнул вот тут, вот прям как стекло. Пау! Отлетел. Это, конечно, трагедия, потому что я в этот Multitool влюбился. Ладно, то, что осталось, подарю сыну. Себе придется заказать еще один. Вот он, наконец, белый. Блин, как я его ждал. Для меня это просто какое-то, ну, настроение поднимается, когда я такие грибы нахожу. Уже на жареху есть. Вот, не будем отвлекаться. Мы не на зиму запасаемся, а нам чисто перекусить. Тем самым сэкономить сухпаёк. Вот, тем более белый, я уверен, можно есть без всяких проблем. Вот, тем более, видите, его вот погрызли тут немножечко без меня. Нашел старый гриб. Надеюсь, сейчас что-нибудь еще найду. Так он, в принципе, съедобный, можно что-нибудь вырезать. Возьму на крайняк. Неизвестно, сколько вот, будем гулять. Вот, и посмотрел по карте. До воды еще 10 км. Отсюда уже вижу. Вон там вон гриб большой стоит. Видите, блестит шляпка. Вот. И, соответственно, на крайняк можно собирать воду с листьев. Вот она блестит, видите, вот, то есть слизывать, вот, если нету водоема, потому что больших емкостей для воды у нас нету, да и тяжело это все тащить на себе. Ну что ж, пойдем собирать грибы. Вон в березняке двое грибников поднимаются, корзины наполовину пустые, одеты капитально. А здесь вот такой вот необычный центр, кто-то кого-то подготавливает. Что тут делают, фиг его знает. По армейским стандартам видно. Надо уходить, пока нас не заметили. Пойдем вот в том направлении. Очень много пивных банок. И вот таких вот встречается, видите, с водой. То есть прям вот тебе готовое. Пей, ешь, да, готовь. А рядом какой-то центр подготовки опять, вон, видите? Грибников, наверное, тренируют. Беги, прижимайся. Давай аккуратнее. Грибы, сука, опасные. Давай тренируйся лучше, иначе все, бля, они не дадут тебе шанса. Вот, надо обходить такое место стороной. Вот, тем более тут вот шоу видно, прям срезанных очень много, значит, тут кто-то бродит. Типичный маршрут чей-то. И вот тут вот рядом был, видать, лагерь какой-то. Вон ограда. Вот. И яблони дикие. Уже поспели, никто их не собирает, вон валяются. Ну все, то есть с голоду не помрем. Люблю выживать осенью. Да, вон набрали всего. Вот. Ягоды и грибы тут. Но правда грибы что-то поеденные. Видать, вкусные очень. Едят прям с ветки. Вон спортсмен побежал. Хорошо, что я здесь прям. Вот тут притаился. Так, давайте посмотрим, что у меня осталось. Так, фонарик. Работает еще отлично. Маленький, но живучий. Так, сколько сигнальных ракет хочу на ночь поставить вокруг лагеря. Так. 4/5 заряжено. Вот. Вот, смотрите, кто-то зажигалку раздолбал. Можно, кстати, если надо, кремний найти. Но у нас есть. Вот, я всегда на ключах ношу, рядом с ножом, вот такой вот, маленький,
но пригождается. Так, сейчас пойдем вот в том направлении, сориентируемся, вот, начнем двигаться. Итак, сделал привал, выбрал место, где очень много кустов, чтобы костер не было видно дыма. Сейчас все сыро, поэтому костер будет дымить. Сухое горючее мне не даст нужной температуры, чтобы вскипятить воду. Ее я собирал вот в эту баночку, на ней же вот сейчас жарил грибы немножко. Вот. И я грибы на палке делал, которые собирал, складывал вот сюда. И костер я вот не копал, мне лень было, если честно. А вообще надо копать яму, чтобы еще пламя не было видно. Многие говорят, что можно сделать там ну, бездымовой костер, там какие-то трубы делать, чтобы дым рассеивался по низу. Ни хрена не помогает. Также хотел показать, вот иду в горных ботинках, это Доломиты, ну, фирма. Ботинки очень такие жесткие, не сгибается практически подошва. В них довольно сложно вести машину, потому что ты не чувствуешь педалей. И, в принципе, вот я их уже сейчас разнашиваю, хотя там только через год планирую в них идти в горы, чтобы они сформовались под мою ногу. Вот. Так, что еще? Ну вот яблочко, да, которое собрал, оно такое, ну, немножко зачуханное, прорастут дичок. И ближе, например, к берегам реки можно найти яйца птицы, потому что специально найти это очень тяжело, вот, потому что ну, они очень хорошо маскируются, то есть это случайность какая-то найти такое яйцо. Так, по грибам. Вот, посмотрите, что получилось. То есть я режу на вот такие кусочки, они быстрее прожариваются, кусочки должны быть равномерные, а ножки я люблю резать бочонками, они такие прям хрустят. Вот, немножко с песком, потому что воды нету промыть. У нас не кухня, а полевой лагерь. Грибы вкусные. Блин, только соли нету. Без соли. Но, в принципе, аромат леса, он уже и так сам помогает. Вот. А некоторые мелкие яйца можно есть прям с скорлупой. Вот. Ну, можно, если... Нет, их, они сырые, в принципе, нормально, природно едят. Вот. Чистый кальций и оболочка. Хрустит нормально. И на днях мы попробовали, кстати, вот морские звезды. Я понял, почему их не едят. Потому что на вкус, когда ее разжевываешь, это песок прям. По сути, песок чистый. Чем больше звезда, то есть ощущение, что ты ешь такой крошится камень, короче. Вот. А здесь вот нормально. Перегрыз. Все хорошо. Вот это вот белочек. Можно маленькую глазунью сделать, да, но она пригорит, не забывайте. Сковородка летчика позволяет это делать. Она стыкуется крышечкой. И получается вот такой поднос. Яблоко съем так, потому что в кружку я напихал листья брусники, рябину, как я и показывал, и взял еще немножко хвои. Получился такой витаминный отвар. Вот. Сейчас покушаю и смотрите, и на десертик у меня конфеточка где-то была. Да. Одна конфеточка. Вот. Я буду экономить. Поднимется настроение, фантик не буду выкидывать. Почему, расскажу потом. Небольшая будет затравка. Ну, вкус, конечно, не магазинный. Ну все, выключайте камеру.